Среди участников Великой Отечественной войны Демченко Семен Митрофанович удостоен высшей солдатской награды – ордена славы 1, 2 и 3 степени. Первое боевое крещение Семен Митрофанович получил в конце июля 1943 года. Он с партизанским отрядом разгромил полицейскую управу. На его счету дерзкие разведки по обнаружению засад и укрытий противника. Младший сержант Демченко в рукопашном бою уничтожил 7 вражеских солдат. Гранатами подбил автомашину с 4 гитлеровцами. Во главе отделения атаковал артиллерийскую батарею противника, уменьшавшую продвижение стрелковых подразделений. Награжден орденом славы 3 степени. Лично сразил из автомата 5 гитлеровцев. За это награжден орденом славы 2 степени. Вместе с 2 бойцами проводил разведку в районе населенного пункта Рауши. Уничтожил гранатами 2 пулеметные точки и взял в плен 2 гитлеровцев. За это награжден орденом славы 1 степени. В 1946 году демобилизирован. Работал кузнецом в совхозе «Победитель» в поселке Первомайском. В 2013 году Демченко Семену Митрофановичу был установлен бронзовый памятник. В честь него названа одна из улиц города Муринска Кемеровской области. Я считаю, что каждый ученик должен чтить и помнить память наших предков.